Так, всем привет! И сегодня мы сыграем в новую версию. Ну, вышло обновление игры Help from the Void. То есть вышла вторая фаза. Ну, как вы помните, я проходил первую фазу. И вышла вторая. Поэтому предлагаю не затягивать особо и сразу начать. Undertale Help from the Void. Ёлки-палки. Так, поехали. Ну, заставку я знаю. Выбор фазы. Вот, только две. Пока что. Вторая. Санс! Уходи. Сейчас. Но... Я сказал, уходи. Я справлюсь. Я обещаю. Знаешь что, папс? Неважно. Ну, извините. Но вообще прикольно, что для игры использовали такие, типа, классические спрайты из Undertale. Вот о чем все это. Вот о чем эта игра. Встреча и доверие. Ты слепо продолжишь идти вперед. Пока кто-то все еще верит в тебя. Человек. Я знаю, что тебя, наверное... Вот я черный, вот это так, Хал Пауэрс так не мог понять. Я могу помочь тебе стать лучшей личностью. Пожалуйста, я знаю, что в тебе еще есть добро. Ты не думаешь, что это что шансы малые, бро? Они не изменятся. Тебе нужно вернуться в реальность. Я ненавижу говорить то, что ты прав. Но даже когда шансы невелики... Есть еще надежда, так что, человек, мне жаль за это, но ты не оставил нам другого выбора. Мы могли бы жить в мире, где гармония правит правильно. Ты закончил править все, так что приготовься, малой. Мне не жаль за то, что происходит, мне жаль за то, что наступит. Ну чё, погнали? Погнали. Так. Папаш, 50 атаки, 2 защиты. Он больше не верит в вас. Ай-яй-яй. Вот мне тема второй фазы больше нравится. Ай-яй-яй. Мы делаем-то для этого же благо, человек. Касанс. Ну, это такая одна защита. Так. Ё-моё. Наверное, надо было похилиться. Ё-моё! Стой! Ё-моё. Ну да, атаки как в анимации, но я не помню её особо, поэтому... Блин, почти на без урона прошел первую атаку. Хорошо.
Хорошо. Капец просто. Атас просто какой-то. Тихо, тихо. Я выжил. Это кошмар какой-то. А ведь это только вторая фаза. Даже еще третья, четвертая и пятая. Это круто. Я сейчас, наверное, проиграю опять. Фух, погнали. Это то, что ты хотел? Ну да, я так и думал. Пожалуйста, но без урона. Я просто там, не знаю, уже начинаю просто прыгать, чтобы хоть как-то увернуться. Замедлилось-то, ё-моё. Thank you.
Не понял. Мне игра залагала. Прикол. А, капец просто. Опять что ли? Да вы что, издеваетесь? Капец, второй раз уже сломалась у меня, так сказать, игра. Не, все, я не могу. Уже сил нет. Капец, два раза у меня уже игра сломалась. Два раза. Мне кажется, такого у меня никогда не было. Капец. Ну, игра сложная, скажу так. Ну, прикольная. Ладно. Я думаю, на этом буду заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самое новое видео и новые стримы. Ну и пишите в комментариях, чтобы еще снять видео, лишь постримить. Переходите по ссылке в описании на мою группу в Телеграме, на мой Телеграм-канал с фанартами, на мой игровой канал тоже, ну и на мой Бусти. На этом все. Всем спасибо, всем пока.